Сегодня 25 марта. Мы фиксируем, как просыпается природа в Белоруссии. Мы находимся в Гомельской области, санатории «Серебряные ключи». Вокруг нас вот здесь как раз напротив административный корпус, это третий спальный корпус, а вот здесь мы живем на первом этаже. А вот здесь Надя. А вот здесь Надя, которая следит, как распускаются ивы. Видите, тут уже почечки вот практически близко начинают к тому, что они будут зелененькие. Рядом с нами здесь находится спортивный комплекс. Там бассейн, теннис, большой зал. Дальше по дороге папа стоит. Да, тут река Березина проходит с очень сильным течением. Сейчас мы дойдем до того места, где мы сегодня обнаружили родничок. Он, правда, немножко засорен, но мы постараемся его очистить. И там будет течь хорошая светлая водичка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, вон еще одна плакучая ива впереди. А вон наша Танюшка копается в песке. Ну вот, мы находимся практически на окраине нашего санатория «Серебряные ключи». Здесь располагается спортивно-оздоровительный комплекс, где купаются мои трое любимых человечков. Это здесь находится вот третий спальный корпус, а мы живем во втором корпусе чуть подальше. Ну, сегодня 29 марта, очень тепло, светло, деревья начинают распускаться. Там вот дальше административный корпус, чуть подаль магазин. Немножко прогуляемся туда, в сторону спортивной площадки. Здесь вот поставили забор, правда, не так давно. На реку видно Березина. Река Березина. Вот, а здесь красивые вербочки уже распускаются. Вот какие тут пушистики. Желтенькие, хорошенькие. Привет, вербочка. Вот. Чуть подальше там начинается такая спортивная футбольная площадка. Лесок. Здесь вот монумент погибшим воинам. Ну, собственно, территория очень большая. Мы тут постарались весь лес оббежать. Девчонками даже тут новые тропы какие-то открывали на островок. Вот. Природа прям вот на глазах просыпается. Дерево еще было вот совсем-совсем закрытое. А сейчас уже такие зелененькие листочки появляются. Пляж санатория «Серебряные ключи». Находится в таком живописном месте около речки. Сейчас немножко холодно. Холодная вода. Да? Понятно. Пойдем там течение посмотрим. Давайте. Есть кабинки для переодевания, такие лавочки. Течение, какое течение? Течение, я же сказала. Ты течение сказал. И место для разжигания костра, в котором навалено старое сиденье. Санаторий. Смотрите, какое быстрое течение в реке. Вау! Да. Вот мы через тот мост ехали. Туда не надо спускаться. Нет, тут сильно вот. Не поняла, я все снимала, что ли, еще все это время. В общем, здесь располагается небольшая какая-то тоже скважина. Что тут несколько скважин было, это вот не знаю, действующая или нет, то есть которой мы воду пьем, она находится с другой стороны санатория.
Водичка такая солененькая. Папа говорит, не нарзан, но очень похожа на нарзан. Там написано, что она очень схожа с пермской, омской водой. Там есть источник именно, который похож по составу. Ну, здесь, собственно, уже вдалеке виднеется детский пансионат «Чайка». Как мне рассказали, туда с турбазы вот серебряные ключи ходят ребятишки летом обедать. Ну, а так лесок чистый, красивый. Одной ногой! Ну, давай, давай. Ай, пропустила. А ты неправильно. А ты перек. Знаешь, как ты делаешь? Тут рядом с детским санаторием Светлячок. Это 4-й корпус наших серебряных ключей. Здесь вот находится детская. А вот там уже все доктора пошли на выход. Отъезд домой. Тихо, Надя! Вот это я так и знала. Еще можно обратить внимание, здесь располагается вот такой необычный местный Стоунхендж. Мы идем мимо Светлячка. Это корпус, где живут ребятишки. Сегодня очень солнечная погода. Сегодня суббота, хороший солнечный день, 30 марта. Плюс 10, как минимум. Да, очень-очень тепло. Да, ребятня научились немножко прыгать в классике. Тут они, конечно, очень такие серьезные. Вот. Отлично. И огонь, и попала в огонь и болото. Дальше там перепрыгнула. Размещается административный комплекс. Серебряные ключи. Дальше столовая, вот там переход в столовую. А мы идем на выход в сторону моста, где находится заказник. Там говорят уже вкусненькая вафелька. Где у тебя вкусненькая вафелька? В кармашке. Какой фирмы? Белакт. Белакт. Отлично. Там молоко Белакт, сок Белакт, кефир Белакт. Все, фирма Белакт. Отлично. Самый популярный тут фирмы это Белакт и АБЦ.